Привет, друзья. Это исследователь. Нашел бумажку в почтовом ящике, сразу понял, что это от религиозного человека, который, как обычно, в беде, наверное. И распихивает вот эти ненужные, по сути, бумажки. Потому что религии на самом деле вряд ли могут дать вам спасение, может быть только временное, лживое, а потом в итоге все равно проблемы-то никуда не денутся. Но единственное, да, происходит, что человек как бы придумывает себе, что вот придет Боженька, спасет, но как бы в итоге-то потом он, например, помирает там от болезни или от чего-то, от голода, от бандитов. Поэтому крайне сомнительное такое спасение, чтобы себе придумать, чего нету. Это только, мне кажется, ухудшает свое положение. Но я ее не выкинул, решил показать вам. Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня не было возможности поговорить с вами лично. Но я хотел бы поделиться очень важной вестью, которую должен узнать каждый. Ну, как бы лично. Лично можно со мной поговорить. Узнать. Да знаю я эту сказки эти. Боженька всех спасет. Пока что бандиты заседают кругом. Убивают и грабят людей. Надоела эта сказка-то уже. Я готов поверить. Любых боженек, но умрут на хорошие люди в основном. Поэтому все это чушь. Это добрая весть от Бога, записанная в Библии. Библию-то люди писали. Библия объясняет, что Бог не безразличен к тому, что происходит на земле. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Вскоре он изменит жизнь всех людей к лучшему. В мире больше не будет страданий. Это просто слова. На самом деле не особо что меняется, в частности в России. Ну, как бы я понимаю, здесь вот тетку и прижало, и все, что ей осталось, это немножко помечтать. И в Библии, кстати, есть, как Невзоров пишет, очень много призывов к убийству, к всяким грабежам. На самом деле я проверял, читал эти разделы, да, все это и есть. И отрет Бог всякую слезу с очей их в ней. Библия рассказывает, что Бог для этого сделает. В одни тех царств Бог Небесный возглавит царство. Оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Ну, вместо одного царства другое царство, но лучше не будет. Очень скоро Бог заменит всех существ и правительства своим правительством. Ну, опять же сказал только что. Божье правительство сделает то, что оказалось не под силу людям. А там правительстве кто будет? Один Бог. А люди-то где будут? Под его правлением все люди будут жить в мире и безопасности на райской земле. Да, ясно. Никто уже не будет болеть и умирать. Это вообще-то от природы идет. Человек-то часть природы. Че тупить-то вот так вот? Охеренно тупить. Ну, прижало, но не полностью же спячивать-то надо. Даже процесс старения обратится вспять. Ну, превратимся в сперматозоидов, да? Библия еще много рассказывает о чудесных замыслах Бога. Никому не интересны замыслы Бога, как и замыслы чиновников. Интересует реальность, но немножко будущее, следующий день, а также о том, когда Божье правительство начнет свое правление. Когда? В этой бумажке не написано, когда, как обычно. Зачем писать вот эту чушню? Прижало. Держись или подохни.
Мать, изучая свою Библию, вы сможете найти ответы на эти и многие другие вопросы. Нет, ты сможешь живую стеночку построить и страдать потом еще в итоге только больше. Всего вам доброго. Ничего доброго вы здесь не пожелали, не описали. Ну, просто спятить там, спятить и подумать, что все когда-то там поправится. В итоге, умерев в тех же самых проблемах и детей, погрузившись во все эти проблемы. Ну, я понимаю, что сейчас людей ничего не осталось. Пропаганда мозги убила. Денег нету. И люди хватаются за всякую ерунду. Но есть же варианты, есть. Надо обменяться прогрессивным людям и порядок наводить. Ну, это все. Пока, ребята. Слава прогрессу. Это был исследователь. Исследовали лживую бумажку с плохой, злой вестью.